Итак, группа Ольги на очереди. Разбираю работы, которые нуждаются в дооценке, то есть исправленные ваши. Благодарю вас за то, что загрузили исправленные работы. И первая работа у нас от Эдуарда. Так, здесь. Так, что будем смотреть? Курсовая, iOS и Android. Да, вот эти вот три. Отлично, курсовая. Так, сеть мини-кофей. Ну вот, уже лучше. Уже лучше. Шрифты, да, одинаковые. Одинаковые, да, вот. Да, наконец-то. Наконец-то. Так, меню. Сверстно прикольно, только отступ снизу нужно сделать больше, потому что вот внутренний, а вот внешний нарушен, еще у тебя кое-где косяки. И вопрос, ну нафига ты сделал вот здесь поверх, короче, вот этой вот выноски. Можно было сделать просто слева от ценника и вот эту вот выноску пунктирную просто продолжить до начала вот этих миллилитров. Ну, короче, нет, это косяк. Здесь непонятно, почему выравнивание по центру, а здесь выкручка по левому краю. Здесь, ну, ок. Здесь ок. Это не ок, надо переверстать. А здесь не ок. Опять отступы разные получились. Делай вот эту плаху внутри карты, и все, и не парься. 4 с плюсом. Но получается, ты улучшил работу, это хорошо. Так, приложение iOS. Good хавчик. Seafood to explore. Так, ну в принципе, да, удобнее стал главный экран. Да, окей, пусть будет. Так, дальше. Здесь окей. Здесь почему выровнено по центру, а не по левому краю, как везде. Здесь дырки остались. Значит, здесь внутреннее и внешнее осталось неправильно сделано. Да, то есть внутренний больше должен быть. Отступы внутри до границ от фоток тоже маленькие. Здесь тоже. Здесь дырки. Здесь дырка. Здесь нормально. 4 с плюсом. Осталось. Так, приложение Android. Travel Apps. Путешествуйте. Окей. Ну, я бы загруппировал, на самом деле, я бы тут с контрастом поработал, потому что вопрос остался. Так, здесь, окей, найти туры, здесь я больше отступ сделал, здесь бы, наоборот, меньше. Так, это более-менее окей, более-менее, да, я говорю, потому что все-таки есть проблемы с читабельностью, вот это хороший экран. 4 с плюсом, ну, собственно, вот. Улучшил, но здесь ничего не поменялось пока. Жду от тебя еще исправлений. Ну, вот этих работ четверками с плюсом, как решишь. Если ты выберешь одну и докрутишь ее до пятерки, тогда ты уже попадешь в мастер-группу. Так. Пишется, да, пишется. Все в порядке. Погнали дальше. Эй-эй. Погнали дальше. Екатерина Ильина. Так. Ищем по-быстрому. Так, есть что улучшать. Ага. Курсовая работа. Так. Окей. Только, короче, смотри. Получается, вот это вот сейчас сильнее выглядит, чем вот это. И что можно сделать? Убрать цвет отсюда, активный, и добавить цвет активный куда-нибудь сюда. И все, тогда у тебя будет супер. А события, короче, здесь, ну, ты повторяешь, типа, композицию того же блока, и сразу такой создаешь скучноватенький контекст. Вот, ты можешь сделать вот в этом блоке другую композицию, либо в главном экране ты можешь сделать другую композицию. Вот.
Потом здесь. Уменьшила расфокус внимания, но он все еще остается. Короче, здесь вот если взять вот этот блок, да, тогда нужно еще ослаблять вот эти вот объекты и усиливать вот этот. Ну, точнее, он сам, короче, усилится в итоге. И здесь дыра получилась. Вот это окей. Вот это тоже более-менее окей, только нужно, наверное, пониже чуть поставить. Это окей. Это окей. Отступы между блоками у тебя разные, все-таки нужно контролить. И здесь тоже отступы разные. Ну вот, пока остается 4 с плюсом. Дальше Twin Peaks. Да, экран огонь получился. В целом, да. Watch trailer about. Можно сделать вот это вот меньше. И белым. Типа меньше раза в два. И белым. Почему меньше раза в два? Потому что если ты сделаешь вот это белым, тогда у тебя фокус, вот эта штука, перетянет на себя. Да. 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 Так, ага. Ну ок, в целом это интересно. Пятерка с минусом. Пятерка с минусом, это что у нас? Промо. Класс. Так, приложение iOS. Readme. Ну, опять же, все равно слишком большая надпись. Вот. Лучше стало, согласен. С читабельностью. Но надпись слишком большая, и отступы здесь слева-справа маленькие. Короче, нужно группировать. Одну группу создать вместо двух. Здесь лучше стало. Да. Да. Да, вот это прям шикардос вообще. Да. 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 Главный экран пофикси, и будет норм. Могу поставить 5 с минусом. Ожидаю улучшения главного экрана. Так, далее. Равновесие, форму психологов. Допустим, можно, короче, вот эту воду нафиг убрать, в принципе, и оставить только вот этот активный цвет, только в одну группу объединить вот это. Так, ладно, окей. Здесь. Окей. 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 Неаккуратная иконка. Ну. С контрастом нужно пофиксить. Вот здесь вопрос этот. И с главным экраном решить. Вот, ну ладно, тоже 5 с минусом, в принципе, это может быть. Вот, попадаешь с этими работами в мастер-группу биржу. Все, я тебя поздравляю, круто. Принято. Погнали дальше, Антонина Байкова. Так, что там у нас здесь было? Ghost Poet. Так, окей, более-менее получше стало. Окей. Ну да, это самый ништячный экран, мне кажется, по цвету. Самый угарный. Чего не хватает? Ну, блин, контраста, походу, не хватает. Ну-ка. Дай-ка покурочить его. Дайте-ка покурочить. С вашего позволения, конечно же.
image contrast shadows highlights exposure check saturation так поярче будет, поярче, короче, хочется. Так, температура, так, оттенок, так, хайлайты, shadows оставляем. Ну вот так, вот так. 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 Horizontal flip. Ну вот так получше будет. А, еще вот это. Главный. Что там у нас на главном? Где у нас? Где? Great fill. Интересно, у нас с маской, да, меняется эта хрень. О, да вы чего? Не-не-не-не-не. Мне нужен только цвет, пожалуйста. Какого лысого вы меняете? Image color. А, потому что это color burn. Color burn. А если normal? Что такое? Normal. What if normal exposure? О, ядреные макароны, вот. Contrast, exposure, saturation, desaturation, так, temperature, нахер, так, тинт, чик-пук, так, да, о, зашибок, highlights, shadows, тинь-тунь-тунь. Color burn нахрен. Все, я понял. Это гениально. Contrast. Чик-чик. Так, что за шляпа? Saturation. Contrast. О, так. Temperature. О, ставим. Tint. Так. Ну, блин, на самом деле можно было все эти настройки так перекинуть, в принципе. И тупо скопировать. Shadows. Вот это главный. Единственное, что там сверху мальца оттенки не те появились. Mixed. 9. У тебя еще прозрачный, вот точно. Да. Ну вот. Ладно, время я не буду тратить. Короче, нужно вот эти вот выровнять по цвету. Вот в эту сторону. Че, круто получилось. Так. Сейчас, погоди, вот было стало. Сравним. Может, я какую-нибудь херню сделал. Да нет, вроде, ни херню. Так, погнали дальше. А чё я? Я работу проверяю, всё, я понял. Так, окей. Да, вот это. На, чё я сделал? Я просто к этой схеме цветовой присоседился. Да. Да, но это тоже надо высветлять. Башку отдельно. Блин, ну плохо обтравлено, я тебе говорю серьезно. Ну нет, я не могу поставить 5 с минусом. Ну ты чё, прикинь, вот за это.
за эту обтравку. Ты чё, у него скула кривая получилась, пол черепа неровно. Нет, нельзя. Тут видишь, какая черепуха у него ровная, естественно. Здесь еще, ладно, более-менее. Ух, тут кривая. Но нельзя так извергаться над этим, издеваться над человеком. Так. Ладно, ну ладно, я надеюсь, ты поржала тоже. Так, App iOS. Вот прикольная фотка, кстати. App iOS, где? Вот. Да. Расческа не нравится, а контраст не нравится. Здесь тоже расческа. Это ништяк. Это ништяк. Короче, вот это улучшать, но это жестко еще пока. И вот это улучшать. 4 с плюсом остается. Android. Dreamer. Сгруппировать. Тоже сгруппировать. Выбери один экран входа. Это окей. Это окей. Это окей. Это окей. Короче, вот это нужно улучшать все. Тоже пока 4 с плюсом остается. Так, интернет-магазин, у тебя нормально все. Ну, пока так. Пока то же самое. Так, окей, погнали дальше. Анна Сергуняева. Вот они три. Как классненько стало. Еще одну. Так, макапчик. Был такой или стал такой? Удачно, короче. В общем, начало смотреться. Матовенько, так прикольно. Да, только с контрастом немного. Вот нужно чуть посветлее сделать вот эту плашечку. Чуть-чуть посветлее. Да, прикольно, вот это тоже прикольно сверстано. Вот это тоже ништяк сверстано. Здесь дырку надо убрать. Все остальное вроде норм. Здесь границы областей контента. Здесь с цветом не получилось. Не получилось цвета. Здесь-то все окей, потому что на белом, а здесь хреново, потому что темный на темном. Темно-зеленый на такой, типа, близкой к фуксии. Да. Вот. Фукси нет, маджента. Так, ну как-то так. Чё, 5 с минусом, прикольно. Поздравляем бы. Ну вот, очень точечное воздействие. Хоп, и ты в бирже. Умничка. Погнали дальше. Рома Мадияров. Так, вот эту, походу, будешь улучшать. App iOS. Точно. Смотри-ка, угадал. Да. 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 Да, что-то мне тут не нравится. Наверное, с отступами. О, тут не нравится это. Здесь такая дырища. Ну вот, ну ладно, тем не менее, улучшил. 5 с минусом уже можно ставить. Так. Отличник. Поздравляю, погнали дальше. Немкова Анастасия. Так, вот они, наверное, будешь вот это улучшать. А, такие все. Курсовая макет 1. Чё, мне смотреть сюда или нет? Давай с конца начну, наверное. Вот, зеленый сейчас более стал более такой солнечный. Welcome to Avocado Lover. Блин, почему этот экран все еще делится на два? Изображением. Ладно, ну и хрен с ним, пусть делится. Так, короче, здесь все еще сгруппировано не очень. Хотя уже стало лучше.
Sign up with social аккаунт. Короче, собрать нужно в кучу эти группы. То есть выглядит, ну, в деталях это все неплохо, да? А по композиции вопрос еще остался. Вот здесь вопросов нету теперь. Здесь вопросов тоже, в принципе, нету. Аккуратнее с отступами. Нет, есть вопрос на самом деле. Больше надо отступы делать между карточками. А здесь... Ну, есть вопрос к этому. Построение. Вот этой композиции. Она так немножко так не совсем устойчиво выглядит. Вот здесь дырки. Вот. Здесь с контрастом черным и зеленым. И вот здесь что-то непонятно, что. Зачем тут делать тогда вот этот разделитель, если снизу ничего нету. Так. 4 с плюсом остается, наверное, по большей части из-за этого экрана, из-за этой части. А, вот. Так. Хорошо. iOS. Слушай, ну тебе же нужно Android улучшать. Почему? Тут не вижу я ни разу этого Android. Ты ж пока не улучшишь эту четверку, ты не пройдешь никуда. Надо работать с самым узким местом в первую очередь. Так, ладно, погнали сюда. Elegant Simplicity. А это прям фотка, да? Ну-ка, позвольте. Позвольте покурочить. Rectangle. Так, image. А, вот оно. Ну, что я делаю вообще? Я делаю фон более такой посветлее, короче. Пытаюсь костылями сделать светлее фон. Ну, на самом деле, это не совсем костыли, это... Главное, короче, не пересветлить вот эту вот фоточку. Не переконтрастить ее как-то. Ну... Так. Ну-ка. Ну, вот чуть-чуть. Но, в принципе, уже прикольно. Вышла вот эта вот больше штука на передний план, потому что фон светлее стал. Можно это масками, в принципе, решить эту историю. Тоже вариант. Ладно, окей, принимается. Значит, это тоже принимается. Да. Да, прикольно. Футер шикарный. Да, тоже прикольно. Да. Ну, уже это круто. Получилось, это пятерка. Так, промо. Что сделать с этой композицией? Блин, иконки эти, ну ёшкин кот. Нет, не буду ни хрена делать с этой композицией. Короче, композицию нужно улучшать. Иконки нужно сделать в одном стиле. Здесь с отступами нужно работать между ними. Здесь еще... А, ты переделал, да, получается? Ну, с выравниванием по верхнему краю осталась проблема. Волонтерство упорядочил бы композицию. О, ладно, это окей. Это, блин, сложно оценивать такие штуки. Но можно, в принципе. Чего нет-то? Отступы здесь большие, внутренние и внешние опять группировка. Надо улучшить. Ну... 4 с плюсом. Промо. Ну, как и было. Так. Курсач. Так, главный экран. Да. 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 Да.
Да. Пятерка. Ну вот, короче, Android нужно улучшать. Так. Дальше. Галина Гудельна. Так, Android надо было улучшать, да? Ну-ка посмотрим. Да, вот оно, Android. Ну вот, в принципе, логичное движение. Так, здесь контраст остался слабенький. Здесь с отступами нужно разобраться. Здесь выравнивание, контраст слишком сильно заметно. Тебе нужно прям референсы смотреть. Давай я тебе референсы покажу лучше. Оценка меняется, наверное, в сторону 4 с минусом. Сейчас референсы посмотрим. Давай вот так вот прям flight. И вот здесь mobile. Посмотрим лучшие. Смотри, вот на это можешь ориентироваться. Прикольно. На вот это. Видишь, да, с контрастом, как чувак работает. Ну давай. Чего мне он все вернул обратно на байл? Так, чего еще? Вот это чистая такая достаточно работа. Вот это классно. Это old school, не смотри сюда. Вот это в Black интерфейсе прикольно. Ну, твоя задача сделать хорошо в светлом интерфейсе. Вот в целом тоже неплохо, только с контрастами здесь намудрено. Вот это классно. Все с контрастом цветов должно быть прям вот четенько. Вот это прикольно. Ну, тематика другая, конечно. Ну вот, вот такие референсы. Ориентируйся на них, будет тебе счастье. Короче, какое задание берешь? Три референса, да, из тех, которые я тебе показал. Потом копируешь их, вставляешь в свой дизайн-макет, делаешь, короче, например, берешь два вот этих экранчика, переделываешь вот эти вот два экранчика сначала в стилистике одного референса, потом переделаешь два экранчика в стилистике второго референса, потом переделаешь эти же два экранчика в стилистике третьего референса. Делая так, ты копишь собственный арсенал, короче, визуальных фишек и решений для аккуратности. И все, а потом берешь и переделаешь свой дизайн-макет в том стиле, который тебе нравится, уже со знанием этих референсов. Все. Так. Погнали дальше. Денис Григорьев. Так, что там? Курсовая, iOS и промо. Курсовая и промо. Ну, давай смотреть. Rex Rooms. Так, говорил уже по поводу того, что нужно навести баланс на главном экране иконки. Ладно. Отступы сверху, снизу разные. Внутренний больше. Здесь отступы сверху, снизу тоже разные получились. Так, окей. 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 Выделить тег нужно, он контраст пропал.
Футер, окей. Ну вот, короче. Так, что такое? Разрядка, что ли, в строчных имеется? Да, имеется. Один пиксель. Так, во-первых, вот так. Вот, ну и все, соответственно, вот это вот. Везде разрядку ты выбираешь. Чё за шрифт вообще? SF Pro Display, что такое? Сейчас тебе покажу просто, как можно этот блок сделать. Вот так. Можно? Что еще можно? Можно так. Ну, это уже дальше вариации пошли. Вот, ну только нужно придерживаться сетки. Вообще, ну, я за то, чтобы большие форматы использовать. Сейчас ангруппу сделаем. Большие форматы можно использовать, значит, можно меньше изображений, но просто больше их показать. Например, ну так, чпок. Так, тут невнятно какой-то взял. Вот это. Где там у тебя сетка? Вот она, вот она. Херак. Херак. Crop. Разрядку не делай, пожалуйста, в строчной. Я думаю, что за херня, блин, что мне не нравится до сих пор. Так. Так. Та-дам. Шикарный блок, согласись-ка. Так. Это я себе возьму. Так, где-то у меня была база кейсов. Собираю, даю эти кейс. О. Так, иди сюда с картинками. Так, все на место. Ваша карета превращается в тыкву обратно. Ну, я надеюсь, ты понял, как
можно сделать Whoops. Whoops. Все, да? Блять. А дальше уже нельзя. Ладно, чувак, прости. Сделаю, короче. Не могу сделать, как было. Ну ладно, извините. Но возьму. Так. Окей. Оценка 4 с плюсом остается. Да, все, у тебя было вот это вот по центру вот так вот сделано. Точно, все. Так. Здесь тоже, короче, тень грязная. Я не понимаю, что тут улучшилось вообще. Тень грязная, граница области контента. Ну ладно, допустим, здесь дыра. Здесь дыра. Второй блок нормальный, вот этот блок нормальный, граница области контента только не совпадает. Дыра, вот этот ништяк блок, вот это нет, границы, неустойчивая композиция, границы, здесь тоже границы. 4 с плюсом. 4 с плюсом, короче, когда вы исправляете работу, я вам рекомендую, можете просто пересобирать прям блоки целиком. Если вы занимаетесь там двиганием пикселей, там пару пикселей сюда, там 5 пикселей туда, короче, можно, в принципе, и не начинать, да, эту работу, потому что ваша задача сделать, ну, существенное улучшение. Вот, существенное улучшение, это когда ты вне контекста, то есть, ну, почему, например, я достаточно быстро делаю всякие изменения в чужих макетах, да, ну, у меня же тоже есть проблема, типа, когда я в собственных макетах не могу понять, что лучше. Это называется замыленный взгляд. Либо нужно погулять прям конкретно, либо нужно референсов насмотреться и собрать заново работу. Или блок заново в новой композиции. Иногда так действительно бывает, очень сложно переделать. Так, ну ладно, я залип тут конкретно. Дарья Сидорова. Так, тоже есть что улучшать. Курсовая. Так. Дыра. Дыра. Съехала. Так, ну это я не буду смотреть, короче, тут еще не доделано. Так, потом интернет-магазин. С контраст, про контраст лимона, по-моему, я говорил. С отступом здесь вопрос. Окей. Границы здесь, области контента. Не совпадают, хотя сделано аккуратно. Здесь отступ маленький, здесь маленький. Дохлая иконка. Футер окей, с этим вопрос. Так, окей. Окей. Иконки. Так, 5 с минусом, в принципе, можно поставить. iOS. Да. Много. Большой слишком. Круг, маленький отступ получился. Да. Да. Нет. Маленький отступ. Здесь дыра. Да. Да. 4 с плюсом. Остается. Android. Да. 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 Выравнивание. Тень грязная. 5 с минусом. Так. И все, да? Ну что, уже лучше, это хорошо. Мастер группы, биржа, чат выпускников. Поздравляю, погнали дальше.
Мария Кривонос. Раз, два, три. Один. Сейчас погрузится, должно быть круто. Words of sound. Так, ну, короче, тут композиция главного экрана, она, типа, не сильно хорошо держится, на самом деле. Вот это должно быть где-то в центре, вот. Либо где-то в якорь можно поставить. Вот это тоже можно в якоре. Вот, короче, отступ сверху большой. Ну, можно это все реально очень быстро растащить по, ну, правильным точкам. Сейчас я это все это удалю. Что-то я удалил не то. Так, на 9440, на 930, 1440, на 800, наверное, будем делать. Так, короче, вот это. Fill. Tile. Fill. Строук. Можно на самом деле сделать просто аккуратно, типа, иконку без такого жирного строука. И поставить в якорь. Где сетку? Нету сетки, не вижу я. Чё за? Я не понял. Сетка нужна. Обязательно. Сетки у тебя нет, потому что ты фрейм не делаешь. Тильдовская сетка. Можно еще сетку вот эту шарахнуть, которая 10 на 10, видишь? Так. Проще, типа, выравнивать по, например, по базовой линии вот эти пункты меню. Ладно. Это мы залочим пока. Что у нас еще тут? Взялось. Чтобы одинаковые отступы, короче, можно было делать сверху и снизу. Здесь и здесь. Вот. RuN вот это вот можно сделать с хорошей читабельностью на фоне какой-нибудь плашечки. Я просто покажу тебе размещение. Так, About Us, Concerts, Program, Gallery, Contacts. Contacts сюда. Это... Так. Все, больше ни хрена не надо делать. А, о, можно же отлепить. Прикольно. Так, ну ладно. Вот, и еще один нюанс. А, вот это вот надо дотянуть.
Я, короче, делаю на глаз, а ты потом все это сделаешь нормально. Смотри. Rectangle. Хренак. Он темный. Fill. Gradient. Linear gradient. Так, хорошо. Ну да, собственно, так хотел. Так, так. Так. Что-то какие-то хайлайты у тебя там еще. А, вот так вот, наверное, надо. Так. Чё. Где эта иконка? Где она? Угу, вот она. И цвет. Синий. Фиолетовый. Вот так. Что такое? Прямоугольник. Ну вот. Ну и все, и вопрос типа с читальностью. А у тебя, в принципе, так и было, да, по-моему? Вот. И вот это вот, чуть-чуть еще вниз. Сдвинуть, чтобы по центру. Было. Сейчас композиция, получается, не сильно держится, да? Главный экран. Ну-ка, да, я скопирую вот это. Блин, все, уехал что-то. Ладно, сейчас. Да я хочу взять себе просто как ориентир. Так, ладно, погнали. Дальше досмотрим. Так, вот это ништяк, вот это ништяк, вот это ништяк, вот это ништяк. Это норм, это норм. Футер норм. Ну, короче, главный экран доделай, пожалуйста, и будет тебе счастье. Вот. В общем, ладно, авансом я тебе выставлю. А, что это у нас было? Промо. Авансом пятерку с минусом выставлю. Ты уже знаешь, как делать главный экран. Все, короче, ништяк. И ты в бирже. Считаю, что тебе повезло. Ну, в принципе, ты хорошо постарался, я считаю. Так, погнали. А, и это все, да? Это все по разбору группы Ольги. Смотрим статистику. Ольга. Так. Всего оценок 78. Дальше. Пятерок 35. Да, все верно.
35 на 78, 44% в лучших. А, хороший показатель. 40 до 50% у нас нормальный показатель. До этого был, короче, 30 чем-то. Все, на этом я заканчиваю разбор. Заливаю на YouTube, все.